Друзья, всем привет! Американка Хелен Ванг Винклхани ломает все стереотипы о возрасте, красоте и популярности. В свои 93 года женщина активно ведет страничку в соцсетях, снимается для рекламы различных брендов и просто радует аудиторию своими красочными фотографиями. Она родилась в далеком 1928 году, когда о соцсетях никто и подумать не мог. Женщина росла на ферме, где дети развлекались без интернета и всяких гаджетов. Вскоре героиня переехала в соседний штат. Там она познакомилась со своим будущим мужем и нашла работу. Больше 25 лет своей жизни Хелен отдала корпорации Dressler Industries. Она была любящей женой и матерью, занималась рутинными делами по дому, ухаживала за своим садом и посещала церковь. Когда у женщины появились внуки, она уделяла им много времени. Радости в жизни было много, но и трагических событий хватало. Ее супруг попал в автокатастрофу. Также женщина лишилась сына, который погиб из-за серьезного недуга в возрасте 46 лет. Справляться с горем ей помогало самовыражение. Она любила и до этого ярко одеваться, но с уходом самых близких людей женщина начала носить еще более экстравагантные наряды. Каждый свой образ она дополняла таким же смелым макияжем. Для многих Хелен стала примером для подражания. Смелая бабушка не боится быть разной. В этом и заключается главная идея, которую она транслирует в своем инстаграме. Неважно, сколько тебе лет, если ты хочешь быть счастливой. И абсолютно никто не имеет права осуждать тебя за это. Рекламные контракты позволили Хелен неплохо зарабатывать. Она начала путешествовать, смогла побывать во многих странах мира, о чем раньше даже и не мечтала. Главная цель яркой бабушки – вдохновлять других женщин становиться лучше, невзирая на предрассудки, закоренелые стереотипы, которыми пропитано наше общество. Смотришь на Хелен и глаз радуется. Ее история действительно тронула меня и вновь напомнила о том, что возраст – это просто условность. Никогда не поздно начать жизнь с чистого листа. И я уверена, что вы тоже можете это сделать, если захотите. Удачи вам!